Всем привет! Сегодня подборка ДТП. И не просто ДТП, а аварии с участием Дэйо Матисс. Посмотрим, держит ли удар эта маленькая машинка. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Будьте аккуратны на дороге и приятного просмотра. Вообще ничего не успели, я задом показал, они уже сгорели, блядь. Да ездом на Ярославское шоссе. Водитель легкового автомобиля Nissan не успел затормозить и врезался в остановившийся в левом ряду ДЭО.
понравилось. Если понравилось, то ставьте лайк и пишите комментарии. Будьте внимательны на дороге. Всем пока!